Итак, всем привет! Мы на канале Артёмик. И решили, что сегодня мы с вами поиграем в игру Майнкрафт. Именно, что сегодня с вами покажу вам станцию метро Кунцевская станция большой кольцевой линии. И покажу я вам переходы на станции Арбатско-Покровской Филёвской линии. Сначала это будет история этой станции. История начинается. 3, 2, 1. Я записываю. Я, по-моему, просил всё убрать. Записываю! Записать можно, мама? Можно записать, пожалуйста, мама? Ой, блин. Станция Кунцевская открыта 7 декабря 2021 года. Располагается в районе Кунцево и Филидовыдково Западного административного округа. Кунцевская – колонная трехпролетная станция мелкого заложения с двумя береговыми платформами. Глубина заложения 31,2 метра. Согласно проекту, станция должна была располагаться на территории парка с западной стороны Рублевского шоссе между Молдавской улицей и Смоленским направлением Московской железной дороги и иметь два вестибюля – северный, наземный, объединенный с наземным вестибюлем станции Кунцевской, Филевской и Арбатско-Покровской линий, и южный, подземный, с выходом к улице Ивана Франко. Проект был отклонен жителями района, предложившими альтернативный вариант расположения станции на пустыре с восточной стороны Рублевского шоссе. Однако проектировщик отказался от рассмотрения этого варианта без объяснения причин. Для строительства станции был передан участок природного комплекса номер 26 площадью 1,5 гектара. Ну все, именно вы услышали историю той станции. Эта станция похожа очень, ну как вам сказать, тут светильники, у люстры такие непонятные. То есть вот такая станция, не пресс быстро записывают, тут сами пол сделали из камня, все сделали из серого бетона. И все вы, потому что дождь идет, и придется когда, скорее всего, вот там вот тут с вами такие вот Москва фада. Ну, а я сейчас покажу вам сам переход на станцию Кунцевская, Москва, Кунцевская, Филёвская. Блин, вот тут мы с вами идет, вот тут с вами переход такой, вот сам я сделал. Ну, вот тут у вас станция Арбатско-Покровской линии Филёвской, которая вот тут с вами только что обзыва. Вот там с вами станция, вот туда идет с вами вот такая станция, вы можете увидеть там обзор станции Кунцевская, Арбатско-Покровской, Филёвской линии. Да, вот тут мы с вами сейчас находимся на станции, это... Вот тут сам переход такой, сами прям за другую платформу, можно перейти даже, не, вот, не выходя из станции-то. Вот все. Ну вот, такая станция выглядит, вся сделана из серого бетона. Ну да. То есть из камня все сделано, то есть это обычно, ну надписи не написал. Но придется когда мне завтра записывать видео, да. Ну вот, мы с вами сейчас попрощаемся, друзья. Такая станция Кунцевская. Итак, и сегодня мы с вами поиграли в игру Майнкрафт. Показала вам станцию метро Кунцевская. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за 3 секунды. 3, 2, 1. Мы были на канале Артёмик. И до свидания. Пока. До свидания. Пока. До свидания. Увидимся до завтра. Пока. И пока-пока.